Добрый день. С вами Мерсин, и я нахожусь в районе Томюк. Хочу вам показать замечательную квартиру, но сначала давайте пройдемся по комплексу. Кстати, напоминаю, меня зовут Оксана, и я работаю в Арбат Хомс. Квартира находится на 7-м этаже. Это квартира 1+1, с большой квадратурой, 75 квадратных метров брутто. Замечательная парковка, как вы видите, находится в нашем комплексе. В комплексе два высоких здания, и здесь еще замечательная инфраструктура. Что есть в этом комплексе? В этом комплексе замечательный бассейн с горками, несколько беседок, зона барбекю, детская площадка, спортивная площадка такого открытого типа. Также здесь очень зеленая территория. Увидели всю красоту этого комплекса, а теперь поднимемся на 7-й этаж и посмотрим на эту замечательную квартиру. Вот мы сейчас уже находимся непосредственно в этой квартире. Я как женщина сразу обращаю внимание на кухню. Посмотрите, какая замечательная, удобная здесь кухня с таким отдельным островком и столом, который прикреплен прямо к этому острову, что удобно. Здесь готовите, сразу подаете. Замечательно. Очень интересно выполнены шкафы в такой серой отделке. Мне очень нравится. Хочу сказать, что в этой квартире продаются даже стаканы, чашки и ложки. И в этой квартире вам будет уютно жить. То есть взяли чемодан, приехали, замечательно посидели на диване, посмотрели по телевизору любимый фильм, попили кофе на балконе, посмотрели на море. Посмотрите, как все сделано качественно и замечательно. Еще хочу сказать по этой квартире, что здесь застеклены балконы. То есть зимой, когда будет идти дождь, снега здесь нет, вы замечательно можете смотреть на море, при этом комфортно себя чувствовать. Еще хочу сказать, в этой квартире очень интересно сделан коридор. То есть переход коридора сделан так, что здесь подсветка в этой квартире очень гармонирует со всей встроенной техникой. Замечательные шкафы в коридоре, очень уместительные. Несмотря что шкаф небольшой, но очень много сюда может поместиться. Очень интересная подсветка потолков. Везде сделано точечное освещение, лампы, люстры, кухня и ванна. Все в одной композиции. Зайдите, пожалуйста, в ванну, посмотрите, какая достаточно просторная ванна. Я девушка высокая, крупная. Вы посмотрите, сколько здесь места. Замечательный душ. Вы можете переключать себе, сделать тропики, либо просто душ. Можно даже сделать душ Шарко. Очень удобная ванна, много шкафов, тазики все технические и нужные всякие принадлежности здесь можно хранить. Но очень шикарная здесь мойка. Посмотрите, какая она глубокая, красивая и большое зеркало. Квартира классная, квартира удобная для жизни, для качества, для, как сказать, для людей, которые любят комфорт. Пришли в спальню. Спальня достаточно свободная. Что есть в спальне? Большая двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Очень много дизайнерских здесь таких мелких деталей, которые украшают всегда квартиру. Замечательные шторы, очень удобный шкаф. Посмотрите, шкаф тоже вместительный, большой, гармонирует со всей мебелью. Тумба, зеркало. Ну, что сказать? Налетай, не скупись, покупай живопись. Также есть технический балкон, где на техническом балконе у нас есть стиральная машинка. Он тоже застеклен, то есть вы можете хранить там какие-то свои бытовые такие принадлежности, ведра, швабры. Есть место для всего. И из зала, и из спальни видно море. И я опять нахожусь на кухне, и вы спросите, сколько же стоит эта квартира? Эта квартира со всей техникой, мебелью, чашками, ложками, шторами, люстрами, со всем, что вы видите здесь, вы можете узнать по нашему телефону, который вы увидите на экране. Не забывайте, что у нас есть сайт Арбат Хомс, где вы можете увидеть все предложения, которые есть у нас на сайте Арбат Хомс. И вы можете видеть предложения не только этой квартиры, но и многих других. Также у нас много проектов, которые строятся и заканчивают строительство свое в следующем году и через год. Пишите, звоните. С вами была Оксана, город Мерсин. Всего хорошего. До встречи.